Приветствую вас на канале Games Forever. Мы продолжаем прохождение игры Tomb Raider. Сейчас мы собираемся входить в храм. Попробуем. Давайте, доктор. Ты готова? Уж не Сэмми ли вещает вашими устами, доктор? Ну, Пимика обладала властью. По легенде сверхъестественной властью над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Ничем нельзя пренебрегать. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Этот остров просто исторический памятник. Ну, мы идем дальше. Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Если только мы сможем выжить. Кто знает, что мы еще найдем? Вперед, Лара! Раз, два, смелее! Невероятно! Это Пимико! Смотрите, котел, свечи. Неужели ей до сих пор поклоняются? Этот остров когда-то был частью Яматая. Ты была права, Лара. Затерянная империя. Это как найти Атлантиду. Но это реальность, доктор Уитман. Перед нами не легенда. Перед нами золотая жила! Эй, идем, там ваши раненые. Да, и, возможно, ими. Стоять! Нельзя верить! У вас же оружие! Я не хочу неприятностей. Нет. Мы пойдем. Нет. Но я требую отвезти нас к вашему главному. Что вы делаете? Спокойно. Нет. Я разберусь. Нет. Нет. Не надо. Пусти. Не спорь, не спорь с ними, Лара. Делай, что они говорят. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Кто вы такие? Что вам Тихо! От вас нужно? Лара! Начнут воздухать, мочи их! Не трогайте их! Тихо! Не надо! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Не трогай! Не смей! Лара, беги! Нет! Нет! Окружите! Окружите! Только попробуй рыпнуться! Мочите их!
вижу, она там! Черт! Эй, приведите Блейзер! Уже иду! Если эти не захотят сидеть тихо, вали всех! Сюда надо пойти, да? Со мной поиграть. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я все это. Выходи давай! Лучше не зли меня. Я все. Ты тоже мой
еще одна! Взять ее! Вперед! Она мертва? Не знаю! Давай! Выходи оттуда! Бежать некуда! Подходи ко мне! Ближе! Здесь ничего. Лара, ты на связи? Да. Я вижу дым из развалин. Ты в порядке? Боже, Род, это кошмар. Тут убивают. Что? Кто? Люди. Не знаю зачем. Нескольких я сама убила. У меня не было выбора. Это всегда нелегко. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных, Род. Не думай сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо.
Тайник нашел, да? Пять светильников надо. Сейчас важно только одно. Рот должен найти способ вернуть нас домой. Быстро переход открылся, да? Это улучшил. Навык. Пока не открыт. Thank you.
попробуем сюда спуститься. О, карту нашел. Теперь все видно, что где находится, да? А где я огонь туда стану? июля 1982 года. Прошло уже несколько дней, как разбился самолет. Мы во второй раз попытались выбраться отсюда на лодке, и опять неудача. Почему-то я знал, что так и будет. Как и тогда, поначалу спокойное море внезапно заволновалось. Стоило нам выйти на открытую воду, сразу поднялся штормовой ветер, а с ним пришла чудовищная волна. Нашу спасательную шлюпку, как игрушечную, силой вышвырнуло на берег. У нас еще два трупа. И один тяжелораненый, ему уже не помочь. Остальные почти впали в отчаяние, и все ждут от меня какого-то решения. Да, у меня есть план, но их он не включает. Слабые и глупые, они здесь будут только обузой. Конечно же, я предложил им еще раз рискнуть и уйти отсюда на лодке. Но в этот раз точно без меня. Это самоубийство. Теперь мне это предельно ясно. Сколько ж лет вы здесь были? Чего же начать? Ладно. Это что? Ночной кошмар прекращается, когда просыпаешься. Но от этого острова нельзя избавиться, как от дурного сна. Это все реально. Я действительно нахожусь здесь и делаю все эти вещи. Нет. Не думай об этом, Лара. Не сейчас. Это не поможет. Мне неизвестна судьба остального экипажа. Надеюсь, они в порядке. Я не знаю, что здесь происходит, но сейчас важно только одно. Рот должен найти способ вернуть нас домой. Ладно. Ладно, поднимаемся наверх.
знаю. Может, опять девчонку для охраны? Да, вечером все узнаем. Там он настоящий бой. Владимир Команов, черт. Он любит убивать. Отец-матец, что на это говорит? Не полслова. Что за звук? Может, он там? На помощь! На позиции! Стрелять! Ладно. Документ дальше есть, да? Thank you.
Эй, двое, проверьте там! Понял. Горел. Скалу выбросило, так кроме дождя, ветра мы ничего много дней не видали там. Мы натурально даже шевельнуться не могли. Не то, что там шалаш построить или еду добыть. Нас как будто силой какой в землю впечатало. Потом уже, когда буря стихла, отец Матиас пришел. Ну, спокойный такой, ласковый. Вроде бы он уже все про нас знал, там имена, там откуда мы, чё. Главное, на нашем языке разговаривал. Ну, рассказал все об этом острове, в конце выбор предложил. Говорит, короче, пацаны, или спасение, или смерть. Ну, кое-кто отказался там, а он вообще долго не думал, он взял и убил их тут же. Отец Матиас, он вообще решительный, он спокойный такой. Я никогда не видал, чтобы он понты дешевые кидал. Ну, вот я когда стоял на песке, а он такой в крови весь пропитался, в общем, я тогда решил, пойду за ним до конца. Шелковый веер 19 века. Такие были и у крестьян, и у знати.
Это Гунбай. С его помощью самураи отдавали приказы на поле боя. Довольно прочный, наверное, из мореного кипариса. Ой, испытание прошел. Тайник собран. Сто процентов. Постой, что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой.
Передатчик со шлюпки тоже там. Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны... нужны бинты, морфии, антисептик. Все в рюкзаке. Черт. Да уж. Помоги мне. Идем. О, нет. Нет, 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 нет. Ах, только не это, пожалуйста, пожалуйста. Так. Сейчас. Сейчас. Где-то там. Ладно, следующую часть мы будем проходить уже. Следующую миссию будем проходить в следующей части. Примите лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!